Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хочу вам показать свой заказ компании Avon по четвертому каталогу 2020 года. Заказ получился невероятно крутой, классный, шикарный, просто бомбический, потому что в этом заказе у меня и куча-куча новинок, и различные парфюмерные ароматы, ну и, конечно же, пакеты-сюрпризы и корейская линейка. В общем, все-все-все в этом заказе, поэтому ставьте сразу пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я давайте начну показывать, что же я заказала. По очень выгодной цене в этом каталоге были шариковые дезодоранты, как мужские, так и женские, поэтому у меня заказали несколько штук, и пару штук я заказала для себя. Из женских у меня заказали практически всю линейку, кроме Pur Blanky, как-то ее недолюбливают и почему-то не хотят заказывать, а вот остальные ароматы, такие как Faraway, Little Black Dress, Cherish и Stamina, их просто обожают. Они очень хорошие, и те, кто пользовался шариками дезодорантом компании Avon, они продолжают ими пользоваться. Из мужских у меня была заказана вообще абсолютно вся линейка, правда, один какой-то мне придется забрать себе, потому что попросили 5 в ассортименте, 6 я заказала в пользование для своей семьи. Скорее всего, Stamina себе заберу, потому что я еще ни разу не тестировала мужской аромат Stamina. Далее идет у меня, ну, дезодоранты по 89 рублей в каталоге были, у меня прошла скидочка 27%. Далее у меня в заказе были парфюмерные водички. А вернее, даже не парфюмерные, а туалетные. Я заказала себе в коллекцию вот эти вот ароматы, которые шли по 299 рублей. Мне показалось очень выгодно, так как в следующем, по-моему, каталоге, в фокусе, можно будет их заказать по 200, либо 49, либо 299, но не получив никакую скидку. А здесь уже шла скидка, которую мы заслужили. Первый аромат, который я очень-очень хотела, и, можно сказать, я мечтала о нем, это он называется Attitude Amour, фруктово-цветочный аромат, листья фиалки, лепестки розы и сандал. Ну, стандартный 50 мл, сейчас я вскрою, чтобы сказать вам, что это за аромат. Очень красивый, свежий такой, романтичный девичий аромат. Я даже не смогла ощутить здесь лепестки розы, но сандал достаточно хорошо ощущается. На весну вообще идеальная водичка, и, конечно, стоимость невероятно крутая. Следующая водичка, она называется My Attitude. И многие ее показывали, рассказывали, что здесь флакончик, на котором можно рисовать черный перец, корень фиалки и ладан. Я ее пока, девчонки, вскрывать не буду. Вдруг, может быть, кому-то на подарок подарю. Я еще не определилась, смогу ли я пользоваться ароматом, в составе которого содержится ладан. Для меня это тяжелые ароматы. А вот этот аромат я безумно-безумно ждала и хотела приобрести. Это тоже Petit Lavant. Девчонкам не всем он понравился, но по отзывам Катюшки, Катя в влоге о жизни, я, конечно, просто заражена ее рассказами про эту водичку, и мне хотелось, но кто-то говорит химозная, но меня не пугает химозность, меня радует то, что цена хорошая, и плюс, конечно, в коллекции этот аромат будет, мне кажется, достаточно уместным. Ну, что я могу сказать, эта водичка достаточно такая интересная и необычная в составе герань, лаванда и амбра. Многие ее сравнивали с тем, что она пахнет порошком, я бы так не сказала. У нее действительно интенсивный такой аромат помеси вот этой герани с лавандой, но если ее использовать в умеренном количестве, она, мне кажется, будет очень хорошо разветриваться в какую-то прохладную погоду. И еще одна водичка у меня, это уже полнейшая новинка, вот такой вот SPR Impress. И это я когда увидела, что в составе содержится абрикос и также янтарный что-то там, ну, янтарь, я не смогла удержаться, услышав, что здесь есть абрикос. Невероятно красивый, шикарный флакон.
даже в целом, даже не флакон, а вот это вот содержимое ярко-оранжевого цвета. Я не смогла сейчас просто не облиться этой водичкой. Я ей полностью благоухаю. Я в шоке, что по такой цене мне удалось по фокусу ее взять за 299 рублей, не получить на нее никакую скидку. Это что-то несравнимое ни с чем. Мне кажется, это совершенно не похоже ни на что эйвонское. В Эйвон я такого вообще не припомню. Нотки абрикос, жасмин, самбак и золотой янтарь. Я все думала, что за янтарь. Золотой янтарь. Очень крутой аромат. Первые ноты сразу же чувствуешь самбак и абрикос. Потом уже начинает сейчас потихоньку разветриваться и появляется жасмин. Но он такой ненавязчивый, не водный. Именно нету в нем вот этой вот дерзости. Он именно нежный, такой интересный. А по следующему каталогу эта водичка будет стоить 499 рублей. И, соответственно, со скидочкой где-то будет выходить по 400, может быть, 300 там 70. Поэтому кто просто любит какую-то такую интересную весеннюю сладкую парфюмерию, обратите внимание, сладость здесь не такая, как Faraway, но вот что-то такое притягательное все-таки здесь присутствует. Поражена этим ароматом, такое просто, ну, ни с чем не сравнимое. Переходим далее, и, наверное, сейчас покажу бижутерию, которую я заказала по шикарнейшей скидке. Первый комплект – это вот такой вот ювелирный набор, который называется «Алина». Здесь одна пара сережек и вот такое вот интересное украшение на шею. Приходит все вот в такой вот коробочке, 349 рублей со скидкой в каталоге. И плюс, по-моему, шло 20 именно процентов на этот комплект бижутерии. На остальные комплекты у меня шла скидочка всего лишь 15%. Ну, видимо, так это в Avon заведено. Вот такая вот интересная коробка с таким дизайном. Мне кажется, я такой дизайн еще ни у кого не видела. Все упаковано. Белую бумагу. Сейчас пошуршу. Серьги уже упали. Посмотрите, как это выглядит. Ну, смотрится достаточно так дешево. Нет ничего такого, чтобы прям было очень-очень крутое. Но в целом я скажу, что неплохой комплект и не длинная цепочка. Фокус не хочет ловить. Цепочка не длинная, сколько же она идет? 42 всего сантиметра, плюс 9 сантиметров вот этот запас. Ну, простенько. Я ожидала чего-то круче. Смотрится очень, конечно, дешево, прям очень-очень-очень дешево. Ну, что мы хотим за такую цену и получить, чтобы в комплекте было. А почему у меня одна серьга? Где вторая? А, вот она, вторая. Она у меня уже улетела. Вот, можно посмотреть. Вот такие вот обычные гвоздики. Ничего заурядного. Поэтому я, в принципе, довольна. За такую цену я довольна. Также в каталоге была шикарная распродажа бижутерии Тайза. Как вы помните, этот комплект дарили за какие-то огромнейшие заказы. Нужно было в том году справиться с большим объемом. И тогда дарили Тайзу как самый такой элитный набор в подарок. Потом я себе приобретала, у меня было два браслета. Один я так приобретала, второй мне достался в комплекте, наверное, с водичкой Максима. И брала я себе и серьги, и кольцо, и кулон. Кулон, девчонки, у меня потерялся. Кольцо я брала вот этот вот самый маленький размер. Он, это колечко только на мизинчик налазит. И серьги дочка одну потеряла. В общем, у меня остались только целые два комплекта. Поэтому я купила себе Тайзу по такой классной цене. Шла скидка всего лишь 15%. Затарилась, взяла две пары серьг. Думаю, обязательно они мне просто очень сильно нравятся. И поэтому я думаю, что одни я положу в запас, другие я оставлю и буду носить.
Вся бижутерия Тайза идет вот в таких вот прелестных коробочках. Сейчас тоже быстренько покажу, кто еще не видел и кто еще не успел сделать заказ. Обязательно срочно делайте его, иначе потом просто невозможно будет приобрести. Цепочка с кулоном тоже 42 сантиметра плюс 9 сантиметров запас. Очень красиво смотрится, дорого. И это, конечно, самый-самый любимый мой комплект бижутерии от компании Avon, какие только я когда-либо себе приобретала. Не дешевят они абсолютно никак. Вас, ваш образ. Кольцо я взяла в размере уже... Номер 8, это 17,5, 18 сантиметров. Сейчас, да, в этот раз оно идеально. Смотрится очень-очень красиво, но мне нравится. Если носить комплектом, то это, конечно, вообще очень круто. Смотрим дальше. Это, я так понимаю, у меня осталось две пары серик. И они уже идут запаяны вот в такой вот пакетик. Придется вскрывать. Ну и серьги — это вообще что-то с чем-то, это такая роскошь, это такие классные. Когда я их одевала, у меня постоянно спрашивали, что у меня за серьги, где я приобретала, и не может быть, чтобы это были серьги Avon. Вот так вот смотрится вот эта вот палочка, можно все регулировать, можно цепочку делать выше, можно цепочку прям загонять в ухо, и все равно все смотрится очень круто. Ну, если одеваешь полностью комплект, то это смотрится уже очень круто. Но я не буду уже открывать вот этот, потому что здесь тоже серьги. Пускай они будут уже лежать запакованные. Очень я рада, что компания дала возможность купить, и, наконец, по классной цене именно этот набор бижутерии. Давайте быстренько покажу сейчас подарки, которые я заработала в компании Avon, в четвертом уже каталоге я их получила. И уже начну показывать вам корейскую линейку. Я вижу, что вам уже это не терпится. Первые подарки можно было заказать по коду 20891. Нужно было сделать в каталоге номер 3 с определенных страниц заказ минимум на 1000 и заказать уже подарки за 50 рублей. Я, конечно же, заказала, никаких водичек мне не пришло. Пришли, не поверите, что. Это наш любимый шампунь максимальный объем 250 мл. И пришел вот такой вот Simply Delicate с молочной кислотой, очищающее средство. Ну, оно и в каталоге, по-моему, 60, если я не ошибаюсь, рублей стоит. Поэтому шампунь, конечно, подороже, средство подешевле. В принципе, подарки, получается, столько и стоят. Далее нужно было выполнить тоже условия в предыдущем каталоге. И это была вот такая вот листовочка. Сделать тоже заказ на определенную сумму. Я сделала от 2 до 4999 и заказала вот этот вот набор. Не стала я заказывать женские водички. Все-таки ставки на мужское, они всегда находятся в выигрыше. Лак. Ну, 30 мл стандартный, все вы знаете. И заказала, вернее, пришел бальзам после бритья. Тоже берут, иногда пользуются. Ну, вернее, иногда берут. Сейчас ассортимент большой. И в магазинах, и везде можно приобрести данные продукты. За эти подарки с меня удержали за каждый приз по 15 рублей. То есть общая стоимость была... 30 рублей. Ну, теперь переходим к корейской линейке, к самому главному, о чем мечтали многие и ждали, когда же произойдет запуск в Avon, и они выпустят гидрогелевые патчи для глаз с зеленым чаем и экстрактом пиона «Магия пиона». Здесь 30 пар. Если покупаешь 2 и более продукта, то идет специализированная цена 950 рублей. Я, конечно же, заказала полностью всю линейку этих средств. Я не смогла удержаться, потому что все-таки хочется попробовать. И, конечно, где-то дней через 5-10 выйдет у меня видео на канале, где я расскажу вам отзывы на каждый из продуктов, потому что я все буду это тщательно тестировать. Вот вы можете увидеть состав, где произведено и как этим нужно пользоваться. Все идет зафольгировано, поэтому... Как это сейчас скрывать, я даже себе не могу приложить, понятия не имею. Поэтому, наверное, вскрою сейчас за кадром.
Хотя нет, будем скрывать вместе с вами. За кадром может любой вскрыть, а вот так вот будем разбираться вместе. Ну все, оказалось очень даже легко и просто. Открываем. Классный дизайн. Здесь вот такая вот лопатка, ложечка. И сами, соответственно... Ой, сколько тут жидкости. Посмотрите. Ой, как они... Ой, какой приятный аромат. Ой, я боюсь, что они у меня сейчас отсюда выпадут. Ну, мы должны же с вами посмотреть, как они выглядят. Вот такие вот патчи. Ну, мне кажется, они такие достаточно толстые, если сравнивать с патчами, допустим, Сайхерба, которые я заказывала Petite Fée. Эти, конечно, идут немножко поплотнее. Очень хочется побыстрее попробовать, потестировать. Сегодня я это начну уже делать. Я буду тестировать именно несколько дней, чтобы уже было какое-то такое классное мнение. На эти продукты шла скидка, ту, которую вы заработали. Также я заказала вот такие вот интересные продукты. Увлажняющая маска, носочки для ног, термальные источники. И увлажняющая маска для рук, тоже термальные источники. Конечно, цена не бюджетная, но очень хочу попробовать, безумно хочу. Конечно, сейчас на камеру это вскрывать не буду, но вы должны увидеть. Здесь небольшие, не огромные упаковки. Они достаточно такие, ну, не огромные. Также давайте посмотрим информацию, потому что для многих это очень актуально. И информацию, конечно же, на... Смотрим. Масочку для ног. Очень меня заинтересовала вот эта вот трехступенчатая маска для лица, цитрусовая перезагрузка. Захотелось мне ее потестировать, и я ее тоже в обязательном порядке приобрела. Классный дизайн, такие вот лимоны. Почему-то такие маски я смотрела девчонок, и они говорили, мы, наверное, не будем брать, посмотрим отзывы. Ну, давайте, девчонки, смотрите отзывы. Конечно, отзывы скоро будут. В обязательном порядке. И еще, знаете, вот такие вот три средства. Это тоже ночная маска, пилинг-скатка и очищающая маска. Они шли по шок-цене, и на них шла скидка всего лишь 15%. Я их тоже, конечно же, заказала. И будем смотреть, будем тестировать, буду рассказывать, как данные продукты себя будут проявлять, как они будут работать. За 43 рубля я взяла самые-самые маленькие пакетики. Здесь 10 штук. Размер пакетов я почему-то сейчас не могу найти, поэтому не подскажу вам. Ну, они идут самые маленькие, самые оптимальные, самые классные. Также, девчонки, выходит новинка новой помады, которая называется «Бриллиант среди помад». Она идет матовая, многогранная помадка. На нее сейчас будут крутые скидки, будут даваться зеркало в подарок. И вот такие вот оттенки. Я заказала все пробники, мне пришли. Мы снимем обязательно видео, где мы посмотрим, каждый пробник, совпадает ли он с этой брошюркой. Смотрите, если заказываешь одну, 40, если две и более, то 50% скидка, то есть 339 разделить на 2, получается 175 рублей. Или сколько? 170 рублей. Боже мой, это так дешево, помада. Не может быть, очень круто. Посмотрите, какая гамма оттенков. Эта помадка очень меня заинтересовала. И, как я уже сказала, пробнички мы... потестируем каждый в отдельном видео, сделаем сводчи с хорошим освещением, чтобы это все смотрелось круто. Так что остался у нас пакетик-сюрприз, но я думаю, наверное, может быть, снять это тоже отдельным видео, чтобы вам было приятнее смотреть, потому что не каждый может досмотреть до пакета-сюрприза. Поэтому давайте, наверное, пакет-сюрприз тоже снимем отдельным видео, посмотрим, что мне пришло.
Ну, а вы оцените это видео, обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего и пока-пока!